Станок D300. Полностью в рабочем состоянии. 5 функций. Долбежка, фуганок рейсмус, фрезер и пила. Стоит редуктор на подачу рейсмуса. Столы у нас получается 400. Фуганок на 325. Так, сейчас такой редуктор стоит, на него отдельный двигатель стоит, рейсмус с подачей, долбежка, все двигается туда-сюда, опускается, поднимается. Так вот хорошо видно. Потихонечку она поднимается, опускается. Так, это на нее прижим идет. Рейсмус тоже у нас. Вот у нас сейчас 141, 142. Сподними немножко. Все хорошо вращается. Так, вот сейчас уже 130. Так, фрезер тоже опускается, поднимается. Вот, видно хорошо все. Так. Пила регулируется здесь. На этот болт открутить, чтобы пилу поднять или опустить на нужное положение. Каретка тоже все вращается, двигается. Так, это я сейчас попробовал на фуганке сделать. Такое качество получается. Ну, понятно, то, что ножи надо будет еще заточить. На фрезере, значит, поменяли подшипники. Вот они новые стоят, два подшипника. Так. Сейчас запущу циркулярку. Вот кнопка. Это переключение на циркулярку. Так, вот у нас на фрезер. Давайте сначала фрезер. Все работает тихо, очень гладко. Фуганок у нас вращается в обе стороны, то есть и туда, и сюда. То есть вот, вот этим вот вертушком тоже. Так, вот на эту кнопку. В эту сторону сюда поворачиваем, вот в другую сторону.